Всем привет, меня зовут Иван, и я из Москвы. Пошел на обучение коллегу, потому что когда-то давным-давно на даче я увидел своего соседа, мануального терапевта, который помогал людям. Помогал людям он очень много. К нему стояла целая толпа людей. И заходили разные люди, в основном грустные, печальные, кривые, а выходили с ровными спинами, счастливые, улыбающиеся. И я смотрел на это много-много лет, и это реально было кайфово. Когда просто человек брал и своими руками доставлял такую пользу окружающим. И всегда была мечта просто научиться, просто уметь, чтобы можно было помочь своей жене, своему ребенку, своим родителям. Собственно, я нашел время, нашел в интернете Олега, приехал, прошел обучение, и я прям, очень благодарен Олегу. Это действительно очень классный мастер, который очень круто объясняет, который реально обучает и помогает. Потому что, мы все, понятное дело, пришли на это обучение с какими-то там своими проблемами, и мы решили эти проблемы здесь. Мы научились решать, помогать окружающим эти проблемы устранять. Бонусом приятным еще и диплом получили. Я счастлив, что нашел Олега, что отучился. Я рекомендую этого учителя. Благодарю.